Сегодня я приглашаю вас на прогулку по центру города Мехико, по историческому центру. Оставайтесь со мной до конца этого видео, поскольку оно будет очень информативным и полезным для всех, кто хочет посетить Мехико, столицу Мексики. Прямо сейчас мы находимся на самой главной площади страны, которая называется Цоколь. Прямо за мной развивается флаг страны. Очень красиво, между прочим. Возвышается он на этой площади на целых 100 метров. Сам по себе флаг тоже очень большой. Его ширина составляет почти 30 метров, а длина 50. Но, тем не менее, это не самый большой флаг, который существует в стране. Самый большой флаг находится в штате Коахуила, который возвышается на 120 метров. Его длина составляет 60 метров, ну а ширина 34 метра. Оба флага выглядят впечатляюще, особенно когда их красиво открывает и развивает ветер. Наблюдая за тем, как же красиво развивается флаг Мексики, нельзя не вспомнить и то, как же появился этот национальный символ, который изображен на флаге. Нопаль – разновидность кактуса, на котором сидит орел, а у него в клюве находится змея, которую он как раз в этот момент ест. Легенда гласит, что когда-то древние племена Мехико решили искать новое место, где же основать свой город. Следуя предсказанию, которое они получили, они должны были найти место, где посередине озера растет нопаль, разновидность кактуса, на котором сидит орел с открытыми крыльями и в это время поедает змею. Согласитесь, найти место со всеми этими характеристиками не так уж и просто. В итоге Мехико, благодаря своему терпению, наконец-то добрались до того самого места, где все характеристики совпали, и они нашли то самое место, где, как гласят документы, в 1325 году они основали свой город Теночтитлан, который стал самым первым городом на американских континентах, который потом впечатлил европейских конкистадоров. К сожалению, на данный момент неизвестно, где же конкретно был тот самый островок, в котором все как раз таки и происходило. Но, тем не менее, есть площадь, где запечатлен этот момент. Ну, хотя бы такое просто символическое напоминание, примерно где это могло происходить. Итак, экскурсия начинается. Первым делом я предлагаю вам познакомиться с самой аутентичной частью Теночтитлана, которая находится буквально за углом. А вот это тот самый Темпло Майор или Большой Храм. Сейчас мы можем наблюдать лишь руины пирамиды, посвященные двум богам. Один из них – Тлалок, бог дождя, и Уитсилопочтли, бог войны. Пирамида была культом всяких религиозных актов и возвышалась на 60 метров. К сожалению, Эрнан Кортес разрушил эту пирамиду. Лишь в 20 веке нашли ее основание, и до сих пор все еще работает по поиску остальных частей. Большого храма продолжается. Самое интересное, что и вообще по всему центру исторического города до сих пор находят самые разные элементы, которые важны для этого большого храма. Теперь вернемся на Соколо, чтобы рассмотреть, возможно, одно из самых главных зданий страны. За моей спиной сейчас находится Национальный дворец. Изначально он был построен как резиденция или же дворец Эрнана Кортеса. Но именно на этом месте до этого находился дворец Моктезюмы, который, к сожалению, был разрушен во время завоевания Теночтитлана. На данный момент это резиденция президента. А на балконе, который находится посередине, там он появляется, чтобы поздравить свою страну во время важных государственных праздников, ну или же парадов, которые проходят прямо по этой же улице перед Национальным дворцом. Очевидно, что Соколо – это идеальное место для большой выставки, какого-нибудь мероприятия, а также для того, чтобы выразить свое несогласие с решениями политиков. Это
Мы все еще на Соколе, где буквально каждый уголок является примечателем и вносит свой вклад в историю города. За моей спиной сейчас находится кафедральный собор Мехико, который, между прочим, является самым большим собором во всей Латинской Америке. Когда-то этот собор был частью Темпло Майор, или же Большого Храма. Самый первый камень здесь возложил в 1524 году Эрнан Кортес, хотя сама постройка этого собора закончилась лишь в 18 столетии, из-за чего в итоге этот собор является смесью самых разных архитектурных стилей, ну и в том числе каждый архитектор тоже придавал ему что-то свое. В итоге вот такая жемчужина получается. Ну а это Саграрио Метрополитано, так и называется. Это такое дополнение к собору, где, в принципе, изначально просто хотели всякие документы хранить. Но, тем не менее, само здание потом превратилось еще и в настоящую жемчужину. Снаружи мы видим стиль барокко, а внутри, тем не менее, это неоклассицизм. Интересная смесь. Я часто слышу, как жители Мехико жалуются на отсутствие зелени в городе. С моей же точки зрения, я продолжаю утверждать, что Мехико в общем является достаточно зеленым городом. И чего-чего, но уж деревьев, цветов, кустов и зеленых газонов тут более чем достаточно. Между прочим, далеко не многие мегаполисы могут этим похвастаться. Здесь же стоит упомянуть, что в 2021 году Мехико был признан 5-м самым большим городом в мире. В одном из самых нарядных зданий в таком проходе находится герб города Мехико. В 1987 году центр Мехико стал достоянием ЮНЕСКО благодаря своей архитектуре, археологии и зданиям, которые являются настоящими жемчужинами. Во всех этих зданиях кроются либо музеи, театры, церкви и так далее. Надо признать, что вообще в Мехико очень много музеев, а прямо в самом центре можно найти около 170 музеев, которые посвящены всему чему угодно. Допустим, есть музей фотографии, музей обуви, музей искусства и так далее. На любой вкус. Гуляя по историческому центру, мы можем заметить, что многие названия улиц имеют названия других стран. Все потому, что в 1917 году, когда Мексика боролась за свою независимость, новое правительство Мексики хотело как-то выразить свою благодарность тем странам, которые их поддержали в этот момент. В итоге, в качестве благодарности, они стали называть свои улицы названиями тех стран, которые их поддержали в тот самый момент. Наверное, хватит разглядывать Соколо. Давайте теперь пройдемся по очень важной для города и для страны улице. А вот эта улица называется Авенида Мадеро. Если вы думаете, что здесь много людей, то поверьте, до пандемии здесь было их еще намного больше. Согласно статистике, в день здесь проходит около 350 тысяч людей, что делает эту улицу не только самой многолюдной во всем городе, но и вообще во всей стране. На протяжении всей улицы есть много мест, на которые стоит обратить внимание. Например, Синий дом. Сейчас мы находимся у Синего дома, который в 16 веке называли Синий дворец. В нем жили состоятельные люди. Легенда гласит, что один из богатых людей, который здесь когда-то жил, у него был сын.
очень-очень ленивый, просто бездельник. На что отец ему говорил: сынок, потеряешь этот дом и все состояние нашей семьи. Но что вы думаете? Сын не только не потерял дом своих родителей, но еще и заработал намного больше денег и вообще приобрел еще больше богатства, нежели его отец. Очень хороший пример. Здесь такая угроза отца сработала в самом положительном смысле. Как мы уже выяснили, сам город Мехико, когда-то Теночтитлан, построен на озере, из-за чего город каждый день тонет. Согласно расчетам, только за 21 век город уже утонул на целых 7 метров, что очень даже много. Ну а вот эта вот голова льва, на фоне которого я сейчас стою, не просто здесь находится для декорации улицы. Находится этот лев на перекрестке двух улиц: Авенида Мадеро и улица Мотолиния. И связано это с тем, что в 1629 году здесь было такое сильное наводнение, что оно продлилось целых 5 лет, закончилось лишь в 1634 году. А вода доходила именно до этого самого льва. Поэтому это не просто украшение, это еще и напоминание о том, насколько же сильно был затоплен весь город. Чтобы вы смогли понять, как же высоко расположен лев, смотрите. Мой рост 1,58 м, и я еле-еле достаю до него. Продолжаем нашу экскурсию. Мы шли-шли и пришли к магазину сладостей, который называется Dulces de Celaya. В переводе это означает «сладости из города Селая». Это самый старинный магазин, в котором стали продавать сладости. Открыли его в 1874 году. Для меня город Селая стал особенным, поскольку именно в городе Селая я сняла свое первое видео про путешествие, где мы тоже попробовали много всяких разных сладостей, в том числе и кахета. Если вы еще не видели это видео, то обязательно я оставлю вам его здесь сверху, а также в описании. Пришло время познакомиться с настоящей жемчужиной столицы Мексики. За моей спиной находится дворец изящных искусств. В свое время, в 1934 году, это был самый первый музей в Мексике. На данный момент, помимо музея, здесь можно также прослушать и концерт симфонической музыки, посмотреть балет, оперу, ну или же театральный спектакль. Рядом с дворцом изящных искусств находится улица Такуба. Самая старинная улица на американских континентах. Она была построена еще племенем мехикас. Когда-то ее продолжительность была 8 километров, и главным образом она служила для того, чтобы можно было проводить торговлю с самыми разными городами. Здесь мы можем видеть латиноамериканскую башню. Она была построена в 1956 году, и в тот момент это было самое высокое здание во всей Латинской Америке. На 44-м этаже находится смотровая площадка, которая нам может дать самый лучший вид на город. Эта башня очень хорошо построена и надежна, поскольку она пережила два сильных землетрясения в 1985 году и в 2017 году. Самое интересное, это была самая первая башня, построенная в городе и в стране, где есть землетрясение. Именно эта башня послужила примером для других городов, где есть землетрясение. В историческом центре Мехико огромное количество мест, зданий и улиц, на которые стоит обратить внимание. Тем не менее, я надеюсь, что это видео вам помогло получить хотя бы общее представление о старом городе Мехико. Если это видео наберет 1000 лайков, я подготовлю специальное видео о призраках исторического центра. Поверьте, здесь хранится очень много секретов, так что в ваших руках помочь мне создать это видео как можно скорее. Если вам понравилось это видео, я приглашаю вас ознакомиться с полным контентом канала, подписаться и нажать на колокольчик.
Если кто-то из ваших друзей, родственников или знакомых собирается в Мехико или же просто интересуется историей и путешествиями, делитесь этим видео. Тем самым вы поддерживаете канал и рост нашей аудитории. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!